Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о моих последних фаворитах. В основном я вам приготовила здесь очень много декоративки, но в конце хочу рассказать еще тоже про один сериал, который я нашла, который меня очень сильно впечатлил. За последнее время это, наверное, самое лучшее, что я смотрела. Но давайте начнем с косметики, потому что это косметический все-таки канал. Первое, что хочу вам показать, это тональные основы. У меня их три, вернее, как бы две, но одна из них у меня в двух оттенках. Первая — это Bourjois Healthy Mix Serum. Эту тональную основу я открыла для себя буквально недавно, хотя она на рынке уже существует очень-очень долго, и кто-то даже мне в комментариях написал, что ее, по-моему, уже снимают с производства. Очень она мне понравилась, она имеет среднее покрытие, достаточно такой натуральный финиш, не слишком сияющий, не слишком матовый, идеально она подходит для нормальной кожи. Также, я думаю, отлично подойдет для комбинированной, которая немного склонна к жирности или к сухости наоборот, потому что очень универсальная, она безумно мне просто нравится. И вторая тональная основа, которая мне тоже очень понравилась в последнее время, это Max Factor Miracle Match называется тональная основа. У меня она в двух оттенках, 45 и 75. На эту тональную основу я делала тест-драйв. Если вы не смотрели это видео, то обязательно его посмотрите. Я вам оставлю ссылку для того, чтобы перейти посмотреть этот тест-драйв. Она мне нравится, опять-таки, тем, что она очень хорошо подходит для нормальной кожи. Она увлажняющая, относительно сияющая. И мне тоже с помощью этих тональных основ нравится делать скульптурирование такое более натуральное. В том тест-драйве я как раз это и делала. Вы можете посмотреть тоже, о чем я говорю, именно в том видео. Еще тоже в последнее время безумно мне нравится пользоваться помадкой для бровей от NYX. Это NYX Tame and Frame. У меня оттенок конкретно блонд. Я купила эту помадку, ну, пару месяцев назад, наверное, и как-то первые разы, когда я ей пользовалась, как-то она меня не очень впечатлила. У меня тогда цвет волос был немножко более светлый. Сейчас он такой вот как русо светлый, да, и вот конкретно этот оттенок мне сейчас очень понравился, очень подошел, и когда я соскоблила уже первый слой этой помадки, то дальше она стала вести себя еще лучше на бровях. Мне кажется, что именно конкретно с этой помадкой у меня брови выглядят, ну, наверное, лучше, чем когда-либо они выглядели. Будет сейчас смешно, кстати, если я их как-то криво накрасила в этом видео. Ну, в общем-то, мне очень нравится. Буквально несколько штришков делаешь, и брови заполняются. Очень натурально это выглядит. Не видно никаких вот дорисовок. Ну, у меня брови, в принципе, да, не нуждаются в какой-то слишком сильной коррекции. Но когда я заполняю вот этой помадкой, очень натурально, очень красиво выглядит. Разных теней, разных палеток теней у меня просто огромное множество, и периодически я люблю доставать какие-то палетки, которыми я давно не пользовалась, и таким образом я у себя же в коллекции нахожу вещи, в которые я заново влюбляюсь. Бывает, купишь что-то новое, начинаешь им пользоваться, и какие-то твои фавориты уходят на второй план. Именно это у меня и произошло с палеткой от Too Faced, которая называется Natural Matte. Обожаю я просто эту палетку. Вот сейчас я практически ежедневно просто ей пользуюсь. Эта палетка полностью матовых теней, здесь нет ни одного шиммерного оттенка. Она мне безумно нравится тем, что в ней есть как и холодные нейтральные оттенки, так и теплые нейтральные оттенки, и так и нейтральные, скажем так, такие тоже оттенки. Вот какой бы макияж вы ни придумали, вот эта палетка способна его дополнить. Если вы хотите более теплую гамму, пожалуйста, она здесь есть. Хотите более холодную гамму, пожалуйста, она тоже здесь есть. Хотите что-то нейтральное такое, чтобы практически не было заметно, тоже эти оттенки здесь есть. Безумно мне нравится. Если вы конкретно ищете какую-то палетку матовых оттенков, то, наверное, по сей день не существует ничего лучше, чем вот это. Я очень люблю тоже Lorac Pro, я очень люблю Too Faced шоколадные палетки. Все они мне нравятся, но конкретно вот это просто идеальный выход, если вы ищете матовые оттенки и чтобы сразу у вас вся полная гамма была. Еще один большой мой фаворит последнего времени — это помады от Colourpop. У меня это Lippy Sticks конкретно. Я почему-то их матовую серию, ну, не очень она меня прельщает. Вот конкретно вот эти вот меня очень заинтересовали, особенно после того, как моя подруга Лена сказала, что это чуть ли не самая лучшая помада, которую она пробовала, я сразу так очень сильно заинтересовалась. У меня эта помада в двух финишах есть сейчас, в glossy, то есть глянцевый, и в матовом финише. У них тоже недавно вышла Matte X
серии, это очень матовый, то есть еще более матовый, чем их обычная линейка матовая. Так вот, в матовой версии у меня есть оттенок Люмьер, это то, что у меня сейчас на губах. Это не сказать, что прям совсем нейтральный оттенок, это такой вот приглушенный сливовый нейтральный оттенок, но очень красивый, мне очень нравится. И формулировка у этой помады абсолютно не сушащая губы, вот просто абсолютно не сушащая, но в то же время она и не полностью матовая, то есть все равно вот такой вот легкий глянец на губах присутствует. И также у меня есть оттенок Bound, это глянцевый финиш, и вот эта помада такая, знаете, на каждый день накрасился и вообще не задумался, розовая такая, абсолютно нейтральная, классическая, розовая. Не напрягает она ни взгляд, не конфликтует с каким-то макияжем глаз или там то, что у вас на щеках. Глянцевые помады немножко более липкие, то есть у них есть такой эффект, вот как у блесков. То есть если, например, сильный ветер, могут волосы прилипать, это не очень приятно. Не настолько сильно, как у блеска, но в то же время вот такой вот эффект присутствует все-таки. И, кстати, кому интересно, где такие помадки можно достать, в группе Simplum, это мой проект Simplum, в группе Simplum ВКонтакте, они есть в наличии, можно заказать их. Последний продукт, который я вам хочу показать, для меня довольно нетипичный, потому что я всю жизнь ненавидела румяна, я ими никогда не пользовалась, и всегда, когда я использовала румяна, это подчеркивало какую-то красноту моего лица. Сейчас же я начинаю ими, может быть, по-другому пользоваться, может быть, я наконец-то научилась ими пользоваться конкретно для себя. Но они на мне выглядят сейчас намного лучше, и сейчас румяна начинают именно освежать лицо, как это и предназначено в целом. И хочу вам показать румяна, который тоже, ну, не раз уже показывала, это оттенок Luminosa от Milani. Многие любят эти румяна, я вот конкретно, вот буквально в последний месяц просто в них влюбилась, я ежедневно их использую, наношу вот сюда вот, ну, на скулы, то есть не на яблочки, а на скулы их наношу. И настолько как-то это освежает лицо, особенно если я это компонирую тоже с какой-то персиковой помадой, ну просто вообще вот классно выглядит, очень свежо, какой-то ненавязчивый макияж глаз, что-то такое легкое на губах персиковое и просто вообще супер. Но это все, что касалось косметики, и теперь хочу рассказать вам про сериал. Уже очень давно мне ничего не попадалось стоящего, во что бы я вот так вот прям влюбилась, и мне бы хотелось серию за серией смотреть. Но я нашла сериал, который называется «Хроники Шанары», если я правильно запомнила. Очень мне понравился этот сериал, я полностью весь сезон посмотрела, по-моему, за 2 дня. И этот сериал в стиле фэнтези, если вам нравится «Властелин колец», то вам этот сериал 100% понравится. Там тоже про эльфов, друидов, всяких там орков, ну не орки, а какие-то там другие, демоны они там называются. Ощущение при просмотре этого сериала точно такое же, как и при просмотре «Властелина колец». Те же самые чувства вызывает, тоже очень красиво снят, красивые костюмы, красиво все продумано, красивая природа. В общем, там безумно мне просто понравился этот сериал. К сожалению, второй сезон только через год выйдет, вернее, ну, чуть меньше, чем через год, в начале 2017 года. Но первый у меня просто ушел взахлеб, очень мне понравился. Сюжет там может быть не супер глобально там интригующий какой-то, не сильно закрученный, все более банально, ну, как и во «Властелине колец», тоже Фродо там идет, несет это кольцо, попадает в какие-то неприятности. Так и, в принципе, тут абсолютно то же самое. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите, очень вам рекомендую. Если вы смотрели, то поделитесь своим мнением, понравился он вам или нет. А на этом я буду заканчивать это видео, надеюсь, оно вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу вам показать очень простой базовый макияж, который можно делать ежедневно. Занимает это все буквально, ну, самый максимум 15 минут. Но если уж прямо мы говорим про коррекцию, да, то вот если хочется вытянуть лицо, то Оле нужно будет делать вот такую вот коррекцию. Вот, то есть с краев затемнять, скулы затемнять и вот так вот приблизительно делать. Сейчас, естественно, я уменьшу интенсивность для того, чтобы это не было настолько броским.